Разрушенный город Иссур. Только теперь не возвращайся. Так, это у нас ветер, по-моему. Так, а мы можем, наверное, прокачать сумку. 35-20. Да, как раз это у нас сейчас до предела дойдет и бессмысленно будет. 250. Так, очень странно. Я думал, на 50 прибавить. Но так даже лучше. Так, туника. Если нам что-то новое мы скоро найдем, наверное, будет лучше. Нет смысла прокачивать. Хотя стоит дешево. Ладно, прокачаем, посмотрим, может, броня будет плюс 1.05. Тогда... Тогда бессмысленно. 0.5. Так, здесь у нас мини-карты пока что нет. Это таковой. Еще в каждой локации нужно найти карту. Подберется. Подобрал и свалился. Так, ты справишься. Давай мне, ты справишься. Чуть-чуть надо только. Не, ну серьезно, придется обходить, что ли? С разгончика. Что чуть-чуть надо было постараться. Так, это у нас первая головоломка. Это огонь сделал? Как удобно. У меня плохое предчувствие. Кто там? Кабан. Он может сохраниться. Сейчас гомункула отправим. Пускай воюют. Он ничего не делает. А, он обратно к нам вернулся. Понятно. Так, хорошо, что у вас мало хп. Так, а вот у тебя уже больше хп. Так, ворота у нас открылись на юге. Надо запомнить. А еще здесь побегаем. Так, тоже ветер. Сжигать. Сначала верхние сгорают. Нет, сразу все сгорели.
Это не влияет на данное растение. Действительно, какая-то другая стихия нужна. Так, это у нас что-то другое. Земля, наверное. Так, дверь горит. Понятно. Не пройти. Почти нажал. Так, спрятанный сундук. Доступна новая карта. Отлично, у нас есть карта. Так, эти зелененькие мы получаем с растений. Они зачастую нужны нам для улучшения. Медлиться. Так, прочитать. Богиня Алкимия. Алкимия – покровительница ученых, а также тех, кто посвятил свою жизнь знаниям. Ее нельзя назвать доброй или злой богиней, она ценит знания сами по себе, как средство освобождения личности, которым должен пользоваться каждый. В то же время алкимия считает, что люди, благословленные научным знанием, в конечном итоге смогут увидеть пользу общества и традиционных институтов, а потом будут стремиться их укрепить или даже опереться на них. Пребывая в мире людей, алкимия не обращала свой взор на мелкие житейские проблемы, уделяя все внимание исключительно научным достижениям и обучению, в частности алхимии. Ее самые преданные ученики, не обязательно самые талантливые, нередко вознаграждались. Алкимия считала результат важнее средств ее достижения. Те, кто добивался успеха, становились уважаемыми людьми и делали головокружительную карьеру в Академии. Жаждавших знаний и успеха это вдохновило на создание культа богини. Однако культ нельзя было назвать религиозным. Молитвы алхимии не возносились. Храмами стали лаборатории и библиотеки, церковью – академия, а последователями – ученые. Пожертвования земли и денег были наиболее важны в культах богов. В настоящее время афоризмы и цитаты из речей алхимии используют, говоря о трудолюбивых людях, особенно о тех, кому удается достичь желаемых результатов. В последние десятилетия количество последователей алхимии значительно сократилось. Так, то есть вначале все-таки правильно писали. Алхимия. Богиня алхимия. Я думал, там ошибка. Доступна новая диаграмма. Кто это спрятал? Так, получен очко навыков. Так, навыки можно, в принципе, сразу прокачивать. Мы знаем, куда мы стремимся. Так, 6. Больше связей. 6 ячейки, 4 связи.
Так, что за рецепт? Ботинки. Рецепт сандалии выживания. Рецепт для нового снаряжения. Ингредиенты для улучшения 5-5. Делаем. Так, пока у нас нет ботинок. А еще надо экипировать. Так, теперь есть. А снять? Снять уже нельзя. Так, ладно. Так, что у нас по... Так, К. Это не К. Так, теперь у нас здесь идет связь, связь, связь. А, теперь мы можем, по идее, сделать лечение. Попробуем железо. И... Здесь плохо, что все сразу не выделяются. В экран не попадают. Цитринитас. Так. Ну, это, в принципе, можно убрать временно. Так у нас получается лечение, шанс 100%. Время действия 10 секунд. Так, теперь получается, нам надо сначала себя поджечь. Да, потом мы получаем лечение. Ну, такой себе, конечно, способ. Это надо новую колбу иметь. Так, если мы сделаем огонь. Так, а здесь связь идет такая. То есть огонь плюс цитринитас. Так, здесь мы, по идее... Здесь ничего не идет. А, у нас здесь связи нет. Вот, это усиление урон. Так, хорошо, если здесь поставим. Так, 4-4. Сопротивляемость. Базовый урон 6. Так, если мы одно уберем. 5. Так, ну как-то не особо понятно, что это дает. Плюс 1 это дает. Ясно. То есть, если мы поставим сюда, то урон не увеличивается. Только от связи. То есть, так будет 4, потому что вверх. Понятно, короче, усиление урона это плюс 1. Ну, ясно. То есть, в принципе... Да, так и оставим. Базовый урон 6. Да, на боссах будет самое то. Так, это книжка, которую мы прочитали. Да, нам не пройти. Хотя по карте этого здания здесь не должно быть. Так, здесь все посмотрели. Идем дальше. Так, теперь сходим куда-нибудь сюда. Так, взрывается. Так, туда нам также не пройти. Так, а если мы возьмем усиленный, поможет. Урона не влияет. Так, нам надо куда-то наверх. Так, а здесь у нас открылось вот эти ворота. Нам сюда и надо идти. Но сначала смотримся вокруг.
сундучок. Ух ты, сокровище словно только меня и ждало. Доступен новый какой-то лабораторный рецепт или что-то. Так, здесь ничего. Так, алхимия 1. Бонус к опыту 4%. Наверное, что-то вот из этого мы взяли. Скорее всего. Так, мы не прочитали про кабана. Справочник существ. Кабан. Вес 120 кг, рост 1,5 метра, жизненный 12 лет. Опасность низкая, скорость средняя, сила низкая. Среда обитания – леса, поля и открытые пространства. Рацион – всеядные. Фрукты, семена, насекомые, яйца и даже маленькие животные. Слабость – земля, по-моему. Враги этого типа очень распространены. Кабаны предпочитают собираться в большие группы. Не атакуют, если их не спровоцировать, например, напасть или подойти очень близко. Спровоцированный враг призывает стаю и атакует, используя рога. Веками на кабанов охотились ради вкусного мяса, что значительно сократило их популяцию. С тех пор, как люди покинули Исур, количество кабанов значительно возросло. Мясо же и сейчас идеально подходит для шашлыка. Хорошо. Так, ну да, скорее всего, то, что мы сейчас взяли. Какой-то рецепт. Это считается у нас либо бонус к опыту, либо алхимия. Так, сходим, куда нас просят. Пройдем. Так, а здесь можно? Да. Смогли пройти. Так, лесенка. Так, здесь у нас воздух. Здесь нам не пройти. Ну, значит, идем только на юг. Так, солнечные часы не двигаются. А может быть, тоже их надо ветром подуть? Знаков никаких нет. Потом узнаем. Сохраняемся перед входом. Как ты могу понять, зачем ты за мной таскаешься? Как странный мелкий воздыхатель. Но, эй, мне нравится компания. По идее, нам должен помогать в бою. Так, колокол. Колокол, это мы сейчас призовем много-много врагов. В принципе, мы уже сохранились. А если еще? Так. Так, это кто такой? Кто это? Чармандер с покемонов. Какой Черезар звали, не помню. Так, возьмем сильную колбу. Там у нас урон 6. А там еще кто-то. Выгоднее получается. Здесь у нас 1,5 секунды, здесь 4 секунды. Урон в 3 раза. Значит, 4 секунды выгоднее. Не-не-не.
Сколько опыта, сколько дали? Не заметил. Так, а если еще раз позвонить в колокол? Нет, не катит. Так бы можно было опыта накопить на одном монстре. Тогда нам не пройти. Так, переключаем обратно. Так, здесь что-то другое. Пенец. Эй, моя сделать телегу, помочь, мочь торговать. Хочешь? Ладно, покажи, что у тебя есть. Угу. Ингредиент. Железо, медь, свинец, олово. Так, олова у нас вообще нету. Цена, 6 железа. Так, здесь золото. Одно золото, 10 железа. 6 железа, одно олово. Так, хорошо, у нас вот растения чаще используются для улучшения. Так, то есть в основном все за железо. Так, сверху еще как-то вкладку можно. Так, изменить вкладку. Купить, закрыть. Магазин. Алхима кобальда, дубинка. Количество 1, особая коллекционная алхима. 30. Берем. Алхима кобальда. Тканевые перчатки 1. Самодельные, но очень полезные. Защищают от ожогов и помогают вытирать пот. Цена 5. Берем. Так, карта. Карта астрономическая лаборатория 1. Это карта лаборатории учителя Мии. 5. Это карта области равнин. Равнин, это откуда мы пришли. Так, все это покупаем. Это пока не надо. Так, мы находимся... Надо еще прочитать карту. Город Исур. Так, а равнины? Равнины. Так, ну, по-моему, отсюда мы, да, пришли. Это я уже сомневаюсь. Заброшенная ферма. Ладно, потом узнаем. Но, по сути, да. Мы же отсюда пришли. Из равнин. Вышли, и был лагерь у нас. Правильно. Так, сейчас мы находимся в городе Исур. Исур был городом-государством, где процветала алхимия. На протяжении веков в его порт заходили торговые суда, чтобы заполнить свои трюмы экзотическими товарами. Теперь он заброшен и полон смертоносных существ. Кто знает, какие секреты скрывает город? Так, это заброшенная ферма. Разрушенный город Исур. Астрономическая лаборатория. Хорошо. Так, что у нас по рецептам? Новые перчатки. Рецепт для нового снаряжения. Тканевые перчатки. Так, урон 0,2. 0,25. Так, это у нас броня. Здесь, ну, сейчас узнаем, что здесь. Да, тоже броня, наверное. Тоже броня 0,5. Здесь у нас урон. Здесь у нас броня. Урон. Ну и сумка, кстати, можно прокачать. 500. Так, значит, улучшение удваивает количество хранимых ингредиентов. Значит, то, что у нас написано, удваивается на 2. Было 250, стало 500. Хотя до этого у нас было 100, стало 250 почему-то. Должно было быть 200, 400 и так далее. Нам требуется. Так, вот это. К
ингредиент животное. Так, у нас их 6, стоит 2. Ну, возьмем. Теперь у нас 10, что мы можем прокачать. Либо броню. Либо только броню. Так, ну, тунику прокачаем. 1. Так, ладно. И лишним не будет. Так, нам надо туда, нет, нам надо. По идее, в ту сторону. Паук, сведения доступно. Так, и здесь надо. А земля это что? Отмена рабства. Веками экономика Исура развивалась благодаря рабам. На них ставили опыты при разработке новых лекарств и даже биологического оружия. Они выполняли различную черную работу, на результатах которой основывалось выполнение более сложных задач в таких областях, как добыча полезных ископаемых, строительство, уборка и так далее. Запрет на обращение в рабство коренного населения имел эффект прямо противоположный тому, чего ожидали протестующие. Уровень жизни не улучшился. Напротив, он заметно упал. Бедность и голод настигли большее количество людей, чем когда-либо. У горожан больше не было сил бороться. Семеро же, казалось, были бы безразличны к этой ситуации, так как продолжали получать собственных рабов, теперь со всей учении. Кто тут жужжит? Туда нам пока не попасть. Там какая-то птичка улетела. Так, это мы куда попадем? Так, это у нас не та карта. Так, сюда, по-моему, мы попадаем. Плохо, что мы не отмечены на карте. Так, вот сейчас мы смотрим на север. Нам показывают, что нужно носить. Так, почему ты карту сбиваешь? Так, я все равно... А, вот здесь мы находимся. Так, разрушенный город Исур. Это там, где закрыто. А вот здесь есть переход, но он закрыт. Очень не хватает точки на карте у нас. Эй, ты такая милая маленькая, что бы ты ни была, и все же что-то такое. Еще одно сохранение. Сейчас все соберем. Алхимия и Исур. Мир погружен в пучины
хаоса, насилия, болезни, голод и смерть. Зачем черная черепаха упала с неба, раздробив землю и породив богов? Боги принесли не только мир, но и науку. Наступила эпоха невообразимого прогресса, в течение которой человечество процветало и начало расселяться по миру. Однако боги не были едины во мнении о том, как следует поступать с людьми. И после долгих споров решили разделить континент на королевства. Каждый бог основал свой город-государство. Так, можно крутить, можно. Далеко на юге алхимии был создан Исур. Алхимия была сведуща в науках. Также она могла исцелять больных, превращать любой материал в золото и вдыхать жизнь в неодушевленных существ. Позже она стала известна как богиня алхимии. Город был основан возле вулкана, который стал для него неиссякаемым источником энергии и ресурсов. На западе в горах находились залежи минералов, располагалось множество озер и рек, а вокруг них процветала разнообразная фауна и флора. Делая ставку в основном на развитие науки и техники, Исур рос. Он стал важным торговым портом, в котором теперь было можно найти практически все, от редких специй до экзотических существ из опасных мест. Так, там сейчас что-то будет. Это надо зажигать. Так, музыка пошла. Походу. Так, вот по карте уже видно, там кто-то идет к нам. Кто-то плюется уже у нас. Паучки. Вообще-то не хотел. Пока что драться. Так, а здесь что у нас? Просто стена. Так, понятно. Сохраниться уже не получится. Да. Так, а мы опыт получаем за них. По идее должны. Пока мы все вот эти не зажжем, они, наверное, не прекратятся. Будем прокачиваться. Сейчас спускается. Нет, но опыт не дают. Может, в конце боя дадут. Может, и не дадут. Либо нам его дают, но очень мало. Так, это мы обошли с другой стороны. Ветер. Да, опыта нам не дали.
Новый предмет получено. Воздух. Нажми, чтобы создать зелье. Ну, не ветер, воздух. Так, на третью. Воздух. Да, это у нас треугольник и сверху полоска. Так, если так же собрать. 3, 4. Если огонь поставить. Так, если огонь, у нас получается рецепт бомбы молний. Угу. Можно, в принципе, так оставить. Для быстрой панели. Так, это у нас получается шестиугольник с точкой и полоской сверху. Фиолетовый. Так, хорошо, оставим так. Так, значит, здесь теперь. Это куда-то дальше проход. Мы там еще не были. Так, используем пресеты. Воздух. Ясно. Понятно. Так, туда попозже пойдем. Ну, посмотрим, что тут еще у нас есть. Так, вот это. А это другое. Это вниз. А у нас в пресетах будет вверх. Да, то есть там что-то с землей, походу. Это молния. Ладно, туда потом сходим. Так, мы по себе урон тоже наносим. Так, куда мы еще можем сходить? По-моему, везде был шестиугольник и вниз. Здесь у нас что? Это тоже вниз. Не то. Так, еще одно место хотел посмотреть. Так, нет, не там. О, ПП совсем мало. Сюда. По идее, здесь. Так, тоже вниз. Понятно. Путь у нас только один. И надо полечиться. Паука. 45 килограмм, 1,4 м, 7 лет жизненный, опасность низкая, скорость высокая, сила низкая, среда питания, пещеры, темные места, леса, заброшенное строение, рацион плотоядное, животное, насекомое, слабость, огонь. Значит, их надо сжигать. Так, а вот это что? Непонятно. Но если здесь слабо, здесь, наверное, сопротивление идет. Скорее всего. Пауки – представители местной фауны. Они широко распространены в Иссуре. Обустраивают гнезда во влажных и темных местах, вроде пещер и заброшенных зданий. Но также могут отправиться в богатые пропитанием места, например, в леса, где селятся на верхушках деревьев. У пауков 6 ног, и они производят огромное количество невероятно крепкой паутины, способной выдерживать потоки ливня или порывы сильного ветра.
Они плюются ядом и атакуют клыками. Уязвимы для огня и не очень устойчивы к различным воздействиям, но поскольку пауки живут группами, они нападают на любое живое существо на их территории сообща. Парализованную добычу оставляют внутри кокона, в сознании, чтобы полакомиться свежим мясом позже. И если один паук ужасен, то представьте, что может сделать большая стая. Так, ну это... Где тут было? Так, и не очень устойчиво к различным воздействиям. Это либо воздействие, либо... Вот это же ветер. Воздух. Желтый. Ну да. Нет, значит там. Не воздействие. Ну, ожог всяк на него влияет. Так, туда не попасть. Там возвращаемся. Значит, идем сюда. Сможем. Нет, только туда-сюда. Туда дальше покатился. Без остановки. Так, там у нас воспоминания новые. Сохранение. Хорошо. Так, это у нас север. На севере у нас находится... Вот карта у нас сбилась, и все, теперь всегда на ферму переходит. Так. Как-то не совсем-то север. Мы же находимся сейчас вот здесь. У нас восток. А, ну правильно, вот N, North, North, по-моему. Север. Это восток, все правильно. Ладно, идем. Получено очко навыков. И еще чуточку серы. Зелье, доспех, меч. Бери, да сражайся. Я уже сдала алхимический экзамен. Отлично. Пришло время проверки физической подготовки. Мне надо попасть в лабораторию учителя. И нужно всего-то уничтожить все на своем пути. Так нечего делать. А может и нет. Ай, больно? Спокойно, это же просто экзамен. Нужно придумать тактику получше. Что же мне делать? Вперед! Может, мне стоит поискать информацию в лаборатории учителя? Понятно, кто это. Но он слабее, чем тот, который был в коконе. Ой, в этом. В колоколе. Так, пауки сразу исчезли. И опыт дали. Новая шляпка для гомункула.
Я уже подумал, что он это... Это я побежал. Так, ну пока где эти шляпки, я без понятия. Потом расскажут. Здесь в инвентаре ничего нету. Граница выйти назад тап не работает. Про гомункула ни слова. Так что не знаю, так у нас есть доступные очки один. Наверное, будем алхимию брать. Так, теперь у нас, а это шестая, еще одна связь будет. Мы вниз пойдем. Так, и теперь у нас урон должен быть еще больше. Да, базовый урон 7. Так, и вот эту еще соединят, и будет урон 8 максимальный. Ничего интересного. Что у нас тут? Колокол. Земли Исура. Исур – край, богатый разнообразными животными и растениями. Тропический климат и достаточное количество воды способствуют биологическому разнообразию. Ландшафт также весьма разнообразен. В этих землях есть место лесам, болотам, горам и даже вулканам. Имевшая место в прежние времена вулканическая активность также обогатила регион драгоценными камнями, благодаря которым росло богатство Исура, а ландшафт менялся. Для добычи доступно большое количество металлов – золото, серебро, свинец и железо. Присутствие людей значительно повлияло на экосистему, увеличив скорость исчезновения местных видов и привнося новые гибриды или виды из других регионов. Давайте нападайте. Вот если мы падаем, значит сейчас будет атака. Если мы повторно подойдем, ударим, мы уже не падаем. Соответственно, это дает понять, что мы уже это использовали. Так, ну а где враги? О, вижу, по карте вижу. Так, это кто такие? Остановитесь. А, так по ним не проходит урон. Так по всем не ударить. Так, второй удар я не успеваю сделать. Надо как-то в кучку собрать. Вот так вот хорошо будет. Так, успел. О, он тоже успел. Что-то запульнуть. Так, опыт дали. Значит, все. Прошли. Так, ладно, идем дальше. Это у нас какая-то лаборатория. Можно про нее прочитать. Ну, ладно, войдем, прочитаем.